Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 5, упражнение номер 2. В этом упражнении мы должны найти значение данных числовых выражений в одно действие и в два действия. Все действия мы будем выполнять по порядку, так как у нас встречается только умножение и деление. 40 разделить на 20. 4 десятка делим на 2 десятка, получается 2. 90 разделить на 30. 9 десятков делим на 3 десятка, получается 3. 80 разделить на 10. 8 десятков делим на 1 десяток, получается 8. 100 разделить на 20. 10 десятков делим на 2 десятка, получается 5. 60 разделить на 20. 6 десятков делим на 2 десятка, получается 3. 100 разделить на 10. 10 десятков разделим на 1 десяток, получается 10. 3 умножить на 30 равно 90. 90 разделим на 9, 9 десятков разделим на 9, получается 1 десяток, то есть 10. 4 умножить на 20, это равно 80. 8 десятков разделим на 8, получается 1 десяток, то есть 10. 50 умножить на 2, 5 десятков умножаем на 2, получается 10 десятков, то есть 100. 100 это 10 десятков разделим на 5, равно 2 десятка, то есть 20. 8 умножаем на 10. 8 умножаем на 1 десяток равно 80. 80 – это 8 десятков. Разделим на 4, получается 2 десятка, то есть 20. 10 умножаем на 2. 1 десяток умножаем на 2. Получается 2 десятка, то есть 20. 20 – это 2 десятка, умножаем на 5. Получается 10 десятков, то есть 100. 10 умножить на 6. 1 десяток умножаем на 6, получается 6 десятков. 6 десятков разделить на 2, получается 3 десятка, то есть 30. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.